Он, блядь, не хотел. А вот на стрим все, блядь. Я же где-то, блядь, видос под музон это... делал, да? Да. Вот отец прячет меня. Сейчас. Кстати, побеги вперед, Пристина. Просто вперед. Нет, это назад. Не. А теперь посмотри, типа... Заметил что-то? Отличие, когда я бегаю? Да. Кулаки. Нет, и на сиськи постри, они, блядь, дергаются. Сейчас бы смотри сиськи у хомяков, блядь. Кто хомяк? Вообще-то гоблинша. Пошли трэш бить, блядь. Да, трэш надо бить. Ну, лысый хомяков, какая разница, блядь. Весь мист. Весь рейд сиськи обсуждают. Гоблинам больше. Нет, по росту гоблинам больше. И по сиськам. Просто одни хомяки из бедных мест, другие из богатых, блядь. Кто сколько жрал, так и вылился. Я уже его снял, не переживай. Чтоб не умер, блядь. Второй, ебать, хер. Постою по дисплею вас, пацаны. Герой. Я кун кидал на Тефира. Поэтому... А мне... Извини, КД. Я пока бака обновлю, а то вдруг спадут в бою, блядь. А тогда я бы диспель с кункой. Фонари не диспели эти кунку, я их диспелил. Кристиан, это мой герой. Дай автограф. Кристиан, это вообще мой хомяк. Мы с тобой его уже делили и решили, что он мой. Никто его не делил. Все, он мой. Я с первого дня его в гильдии заплеватил. А я его со второго дня, все. Пристально мой, кунка. Ты ничего с этим не подделаешь. Да он твой трит увидит, сразу разойдется, блядь. Кунка, срывай, пусть тебя клеванет. Давай. Давай. Ладно, нет, я пошутил. Не-не-не, за слова надо отвечать. Ой, у меня агро резко появилось. Заебал. Чё? А он же не КД. Не, ну тут у меня уже КД было. Два таунта, держи в курсе. Просто двоих разъебал. Дабл килл. А чё, два таунта КД быть не могут? Он одновременно их кидает. Нет. Я в шоке, кунка. Никс, успокойся. Вдох, выдох. Фонари, трусы, печеньку, реслин, крестик, полумесяц, твой череп, сонжа, кикиш, косты полумесяцу, молитва исцеления. Фулбаф дали. Когда открывается крест, живую бомбу выносим. Максимальный декурс, когда открывается череп. А чё, где аура третья, блядь? Я далеко же. Три, два, один. А? Не бьём. Ждём. Я КС кидаю. Да? Ты КС кидаешь. Чё я сказал, не бьем.
слепоглазым. Никто, значит, не бьет. Все, начинайте бить слепоглазым, ждами. Реслин прохил. Все, стопнули после поглазу, никто не бьет, стопнули. Не бьем, пока прошу, никто не бьет. Покрошу, поехали. Живую бомбу выносим. Реслин, дашь мастер. Почему КС не висит? На скру. Реслин. Прохил. Стопнули крошу, никто не бьет. Дальше крошу бьет. Ой, твоя сакра будет. Каст. Сон же, блядь. Я тебе что сказал делать, нахуй? Я тебе за каждый каст, нахуй, по 200 буду минусовать. Уже второй пошел. Заберите еще милики. Заберитесь, война, чтоб стаки снял. Олма. Сокру войд. Прохил рейд. Чуть-чуть по глазу бейте. Еще забью. Стопнули, если по глазу не бьем. Олм открылся. Геру дали фулл ДПС по Олм. Декурс максимальный. КС главное держи. КС обнови. Да, он из-за моего Мортала спадает. Это там 18 секунд был, да? Все равно. Ну, все на пол экрана въебал. Этот КС. Стопнули, Олма, не бьем. По киллеру поехали, Рене. Что Рид? Рид занят, хилит.
Куда у меня по стене или нет? 17%. Ну, на моба типа еще нужно лавку или шипешник. Гим, спайте нам ману. Один поможет. Грыш один, ебаши двое. Я вижу, когда у него анимация проходит этой хуйни. Там такая волна исходит. Даже когда мисс. Исцеление не надо косты кикать, только молитва. Больше ничего не надо кикать. Стопнули хиклера, если по глаз бить. Топнули слепоглаза. Каст бить. Каст. Дальше слепоглаза бить. Хорош. Живую бомбу выносить. Реслин, твоя скрам будет. Рейд поставь ТТ, модель дай гим. У меня еще КД уже ставил. Вальмора дай гим. Вальмора дай гим, а ритрум поставь ТТ. Угу. Пристяну ты на гим. Через 5 секунд смогу дать. Жми. Прохил. Умку прохилить. Полм открылся. Полм поехал. Для курс. Даю. ВТФ Дайбер. Сука. У меня там через 50 секунд будет. Сейчас секунду мне городской зелен. Что же это было, мило?
Кивлю. Че там конем этот когда сейчас агим? Брать. 53. Кнукана есть. Я первый дал. Это X? Там вон приступ. Есть, есть, есть. Это X, давай. Не надо. Давай, под следующую. Нажимай. Надо ехать. По бонусу неплохое они сделали, насчет того, что ты хилишь как мини-холипов один. Насколько там раз хилит пэтов. Mm. Это пиздец. Это вообще пиздец. Мне надо было, блядь, два человека подхилить, а в итоге нахуй щадить мы, щадить мы, щадить мы. Может, им репортов наебашили, что пэт не хилит. Спасибо, что ты мою чате похилил. Да в него все хилы, понимаешь, ушли просто, блядь, у каждого. Каждый раз из вас вызывал, когда он крош подходил, получал урон, и все весь у него хил уходил. Они на цепочку у всех делали. Пэтов. Бля, реально. Нет, нам... Да я мою волну хилю, блядь, ты чё? У нас палов нету, блядь. Чё, дай мне цепочку сделать? Хуй знает. Нет, малая лучше, так, там, чё. Малую нахуй большую. Да и вообще нахуй тебе убирать, просто цепуху туда добавить, спи в перечень и все. Так они сделают, они пробуждение предков сделают на цепнуху, шанс будет 25% срабатывания у нее. А те останутся? Они же писали. Типа, волны тоже будут? Нет, сработать. Они будут убирают и оставят на цепную среднюю, они контракт написали. И получается, кто он, блять, тал... Еще этот, жизнь земли, кажется, будет, короче, скалироваться это СПД на 6%. Вроде бы так. Просто прикол в чем? Я вот сейчас вот этот талант себе уменьшил на один. И у меня такое ощущение, что цепнуха на нем висит нахуй. Потому что я сейчас в 2 вместо 3 качал. Я считаю, у меня цепнуха стала меньше хилить. Ну, здравствуйте, нахуй приехали. Рита, почему у тебя криты лечат так же, как обычно? Вот я говорю, что я... Я сейчас билд переделал слегка. И у меня вот здравствуйте, так приехали, блядь, называется, теперь билд. Такое ощущение, что путь исцеления нахуй висит на критах. Че, ну он висит как раз вот на том, что цепная тоже хилит больше. Ну, типа 1% вероятность критического эффекта, думаю, это мало сыграет. Хотя кто знает. Сейчас потом еще поиграю с билдом, попробую чуть поменять. Бах. А ну точно уешь? Да. А, пунка крылья. Мне пета убило, блядь. Пошла на нища здесь мы. Кунки крылья дали, блядь, а ну точно уешь. Не, крылья не сбили. Не сбили. Палка. Хрен догоню что-то в ДЦ. Борис, хрен попадешь. Скипаем. А где вперед и побежим. Ну, сейчас сопну нормально критала по 20 тысяч. Как положено хотя бы. А может там Mortal реально было магика. Кунка шеем в зубах. Фонарий хрен попадешь. Живой ордынский герб. Умирать. Дай тебе по-братски.
Импостер. Все мыши выжили. Эсы? Да. Чё, кто босса тащит? Хороший вопрос. Чек, сколько там фон нахилил на королях. Вообще бисло 26 тысяч. Не, фон. Я только не могу прочитать это заклинание. Да не, не должно убить, блин. Да нет, он хилит больше, где подобные, как Мактеридон, либо Вайка. Шкаф-то дайте, чё вы стоите? И Лантель. На полу вдохуище любой... Значит, он ко мне нет. Избыточно. Ема, там сколько дыри до избыточного. Мобиков надо побить. Правда? Нет, фейк. Ебал. Вау, Беба ГЦ. Подарок. Уже воруют всех мобиков с меня. Диспельните их, избивайте каст. Диспов... Кто посмел фонарь диспельнуть, кроме меня? Слушай, Мулинраш, вопрос такой к тебе по демону. У тебя... На экзекутке Т4 от 4 кусков тоже в помойку уходит. Ну да, это типа поломанная хуйня. Ясно. Нихуя не сделаешь. Да. Антифер. Ну, они сказали, в ближайшие 2 года, блять, точно этого не будет исправлять. Так и написали, отвечаю. Че? В ближайшие 2 года исправления под демоном механики, блять, проков не будет. Убери, кстати, в Т4 свою демони и суеты, убери своих кровочервей на этого босса. Не знаю, любой билд, но чтобы кровочервей не было. Я еще просто наблюдал, есть некоторые бесы, которые АФКшат, они призываются, я не бью их. Это бесы под пивасы. Ну, это, наверное, лосают как. Вообще было бы классно, конечно, чтобы они пофиксили эту хуйню. Не чувствую, хуя не это будут фиксить. Это ты из-за этого перестал луком играть? В смысле? Это... Он ну... А, он что, демон? Он про Грула. Да я в демоне не играл. Он про Грула говорит. Типа в Т5 еще он интересный, а так... Не знаю, мне не нравится цепек максимально. У каждого, знаешь, свой. За Рогу интересно сейчас играть, ну вот эту ротацию там поинтереснее. Так это не хуйня, типа, даже. Даром с Варой интересно. Ну, Варом я покатал бы. Это у тебя 2 кнопки. Mortal и... 5 кнопок. Я вспоминаю ДЦ, который говорил мне там 5 кнопок у него геймплея. 2 с 5. Тебе гораздо лучше. У меня 5 кнопок. А сколько у вафли кнопок? Как у ШП примерно? На ШП 5. Я не знаю, я просто там тыкаю кнопочки. А. Шесть, восемь, 4 дотки, сосалка и стрела. Сосал. Я уже это не считал, там 5.5 уже там пускай.
Кунку, вот это ты все жмешь. Так мало даешь, реально, блядь. Ну, больше должен. Он то погиб, блядь. Ну, я терчу на половах. А кто танчит? Ты, я же сказал. А, у меня есть две новости. Одна хорошая, другая плохая. Первая плохая новость. Я не знаю, что делать и как быть. Второе, я готов учиться. Суета так крашного пишет. Муравью хуй поделать. Просто в кресте стоять и все? Стань напротив босса. Напротив прямо. Ты изучал, что такое напротив? Не. Я школу пропускал. Ну вот, ладно, встань в меня. Вот так вот босса ведешь, таунтишь, ведешь. Он до сюда доходит, ты его поворачиваешь, становишься в крест. И все? Так весь бой? Так, почти весь бой, да. Когда у него стураги, вот так вот становишься немножко. Чтоб он смотрел сюда. Потом обратно в крест. И так весь бой. Угу. Печка, которая здесь будет, обрати внимание, там немножко придется босса иногда дергать. То бишь ты вот в кресте стоишь влево, вот так вот, дернулся, обратно вернулся, чтобы печка поесть. Каждые, сколько там, 40 секунд, по-моему, или 30, я не помню. Мне в Avoidance одеваться? ХП больше одевай, главное. 15 ставит его. Все готовы. Первая, вторая пати подъебала. РДД максимально руки закрываем. Ну давайте быстрее. Все, что будет. 5, 4, 3, 2, 1. Понимал. Неру проебали, но ладно, похуй на следующий день. Беба есть бросить? В смысле? Мы ее дали. Заранее. Ну, что-то у меня забагалось. Что-то... А, висит нормально. Заебись. Печка. Ушли с подъебала быстрее печка, блядь. Чего у него рага было? Сейчас стало больше. Какая... Что за хуйня? Что произошло опять? Либо какое-то чмо не подошло, я проебался, не посмотрел. Либо, блядь, опять вот эта вот хуйня, блядь, чья-то подохла, блядь. То ли пьетой, то ли что там, я не знаю. Ну, мой пьет не умирал. У него было 40 ураги, нахуй, стало 100, ебать. Да он еще не мог, должен... Дима, дай панель. Чтобы ему сдохнуть, надо сначала, чтоб адский был, наверное. Чтобы умереть, адского еще не было. Понимаешь? Я же говорю, так у него рага копится только от смерти чего-то, ли... По-другому накопится только от... Малинуш, иди. И одна рага каждые 3 секунды. А сколько за смерть дается? Раги. 20. Ну вот считай, ему дало 50. Наверное, больше. Значит, ну, это точно не мое дерьмо. Хотя бы, а считается, если гуля моя улетает, например? Я не знаю, мало ли нахуй. Призывные ж не должны так считаться. Это твое дерьмо, нахуй. Ну, по идее, нет. Не, ну, по идее, не должно, да. Бесы, демоны же пропадают со временем. Ну, они сдыхают, вот, а я же из-за этого засчитывался. А, может, демоны, бесы сдохли? Так у меня нет, я же достаточно. Либо кто-то под лицо не подошел, один. Ничего такого варианта же. Стоите все в кресте, нахуй, никто там не бегает, ничего, нахуй. Просто не слушайте, когда выходить, нахуй.
Мы не сидели здесь, не вайпались, но... Настроения и так нету, нахуй. Могу въебать очень много минусов, нахуй. Если замечу, то не подбежал. Сумоньте, не ФКшьте, ребят, чё так долго, блядь. Сумоньте тех, кого нету, блядь, в инсте. А не стойте, блядь, ФК, нахуй. А я знаю, какой вагон не подбежал. Ты мышем глаза закрыл. Ты самый последний бежал. Неудивительно. Бафайте. Не, ну вроде бы тебя, ну ты единственный, кто последний пошел. Давайте фулбаф быстрее, ребят. Речь. Всё, чёт пошёл. 5, 4, 3, 2, 1. Беба аккуратней. Скинуть? Вон где печка, да. Опять, блядь, стораги, нахуй. Да чё за хуйня, блядь? Пиздец, блядь. Ладно, я сейчас все билды нахуй проверю, нахуй. Пускай только найду кого-нибудь нахуй. Какую-то хуйню лишнюю, блядь. Заебала эта хуйня уже меня, блядь. Падайте. Нет, это не от Гарги. Она улетела. И... Если бы девять человек дамажило босса, нахуй, этот адский удар был бы сразу после первого ошеломляющего. Понимаешь? Если бы, блядь, 9 человек стояло под лицом. Сразу же был бы адский после первого ошеломляющего. А он дался на третий. Да, это точно не Гуля, я сейчас смотрел. Она улетела, все нормально. Не далось. Что там, Петя умирает? Да. Заебали нахуй, конченая, блядь. 26 секунд. Нельзя резаться, сука. За дивана. Да. Рели, может, присты и пэтов своих вызывают. Ну да, мы из пула. Они все в морду бьют, типа, присты? Нет, они спину бьют. Но мой не в КД. У меня тоже не в КД. А, у меня возник вопрос. Арестлен, ты руки закрываешь или под лицом стоишь? А, ну да. Реально, блядь. Господи, блядь. Он вообще в ретрике или в танке? Ну, ретрике должен был быть. Видимо, ФК шел нахуй. Ну вот считаю, пару раз пэт закрывал, а получается потом пэт попадает и все. Растили, нет? А чё он не написал хотя бы?
Редега, за клевету извинись. Ты в пиве. В каком пиве? В Перми. С Вехом? Хантай, суманите Рома быстрее. Тык-тык-тык. Рыбу хамайте, фулма. Ну это победный по-любому. Короче, на клубах. Смотрите там РДД, блядь. 5, где огонь? 4, 3, я у входа стою. 2, 1. Руки сзади, помогите далеко. А, Тром, не скидывай, пожалуйста, чужие орешки. Уже можно подойдить или рано? Сейчас огонь, отходи оттуда, сова. Отходи, уходи, сова. Руку закрой. Сейчас после этого ошеломляющего станешь к печке. Повернешь, типа, босс. За спину ушли все. Вальмара, готовься загунивать по фонарю. Вроде бы активировал. Не, блядь, поверни его. В печку стань, блядь. В печку стань. Зубы дай по нему. И в печке стой, не поворачивай сейчас. Все, подъебало, вернулись. А. И все, так весь бой? Да. Беба, скинь. Батя, можешь нажать раскол? Не надо, блядь, чтоб они раскол нажимали. Нахуя? Покунки, блядь, еще будет бить нахуй этот. Лишняя хуйня. Сдохнет еще, блядь. Кунка сейчас второй. Наоборот, чтобы кто-то второй по агру был после тебя. Не тот, кто стоит под ебалом. Не знал. Покунки сами угоняли. Тору, поворачивай. Ну, печку утони, фонарь, блядь, поверни. Угу, все обратно в крест. Ну, ты ж смотри на дебаф. Вон, видишь печь? Поток пламени повесился. Значит, все заебись. В этой жизни у тебя, если этот маф висит. Вот кунки сальву можно въебать, кстати говоря. Да. Хан, дай... Ну, хотя ладно, похуй. Бить. Печка, поверни. А, то есть пока дай обратно. Обратно возвращение. Сокру, дай масс. Масс сокру.
Успел. Молодец. Вот за спину, за спину, за спину. Шли за спину, за спину. Босса к печке. В печку встань. Эма. Ладно. Угу. Все, подъебало, вернулись. Быстрее. Угу. Дальше, блин. Закрой руки сзади. Печь. Крест быстрее. Надо подождать. По-моему, блядь, протопалы, кстати, меньше пробивают с блоками. Хоть где-то, но лучше. По-любому. Могу на это адски тоже крылья дать. Нам посмотреть вообще. Сводку потом. Он кидает сальву, он снова второй. Да, кидает. Печка. Печка. И назад. Угу. Молодец. Ура. Пятерка. Можно автомат? Угу. По латыни. После этого уходим. За спину ушлись. Реслин, забери огонь. Быстрее. Нажмешь ЭМА. Вальмар, сейчас будешь зубы давать по фонарю. Давай. Нажимай зубы. ЭМА на огонь. Реслин. Все, подъебало, вернулись. Зубы даже не сломались. Это не зубы. Стоматолог хороший. Нет. Печка. Назад. Ну, его бывает, там пробивают условно где-то тридцатку, но потом парирование, блоки, его ни разу прям вообще так, чтобы прошибло там до косаря, такого нет. Фонарь вообще фул хп стоял. Я вообще в Т9 10 при этом. Мне кажется, если тут фул блок собрать, то вообще похуй им нахуй, мне кажется, даже хили танка не надо будет, только на адском. И печки. Такая же хуйня, как накопателя будет. У меня 80% боя, 80% блока. Не, по ДК там смачно заезжает. Ну видишь, у него за счет блока урон снижен. Видишь, по нему по 30-ке бьет даже, когда он уже на стаке. По 30 тысяч. Мне по ДК он там хуярит что-то в районе 43, вот так вот где-то. Руки за... Больше, короче. Добивайтесь. Можно как первый раз это доп ИП мне? Нет. Я плакать. Умничка, фонарь. Правильно, меня похоже. Меня Беба похоже. Фонарь. Пацаны, я сейчас расп... Я сейчас расплачусь. Боже. Надо ко мне. До обмена. Чё это такое? Ну, куда моего кота? Хочу тренера увидеть. Она, если что, прожимная. Да, знаю. Ну, ничего страшного нет из этого. Тоже не подумал. Десять, 13, 15. С ума сходи. Ёб ты нахуй. Что, больше будет? Вальмар, амин. Фонарь и пушку не забудь. Пушка. Фонарь, пушка за косарь, да? Фонарь.